моя карьера в спорте началась с 1999 года. Тогда я первый раз выступил в городе Краснознаменск от клуба «Исток» по жиму штанги лёжа. Вспоминать очень весело, интересно. Занимаюсь я с 95 года. Сначала начал заниматься дома, потом перешел в зал, начал заниматься в зале. Когда я пришел в зал, мой жим лежа составлял, смешно подумать, 20 килограммов. После этого я начал развиваться. Мне попался хороший человек, тренер, который мне поставил технику. Я очень ему благодарен. После этого началось мое восхождение. После 99 года, когда я выступил в Краснознаменске, но три подхода, значит, мне не засчитали, когда я забаранился, я начал работать усиленно в тренажерном зале. И до 2002 года я никуда не ездил, нигде не выступал. В 2002 году я опять решил попробовать себя в соревнованиях. Это были соревнования, чемпионат Московской области, проходивший в Щелково по жиму штанги лёжа. На тот момент я весил порядка 75 килограмм и пожал 105 килограмм. Да, 105 килограммов. Занял второе место. Чем был доволен и горд. Особенно был горд мой отец, который раньше сопровождал меня на все соревнования, помогал мне всячески. Вот. Он неплохо разбирается в бодибилдинге. Сам когда-то занимался. Потом у меня были первые соревнования по бодибилдингу. Это тоже был чемпионат Московской области, проходивший в Лыткарино. Значит, это были весенние соревнования. Я выступал в категории до 80 килограмм, ну, не знал о бодибилдинге почти ничего, поэтому приехал на соревнования, купив лавки в каком-то магазине для плавания. Они у меня были голубого цвета, грим купил. Значит, магазин «Медведь» на площади Ильича, но я не знал о гриме тоже ничего, поэтому купил какой-то непонятный немецкий грим. Опять же, не побрив ноги, не знаю, как надо подходить, как готовиться к соревнованиям. Выступив, занял последнее место. В принципе, эмоций было много. Но
считаю, что все равно, заняв последнее место, соревнования меня мотивировали заниматься этим спортом дальше. После этого прошло некоторое время. Значит, промежуток составлял порядка 3-4 месяцев, за которые я набрал порядка 20 килограмм. Значит, и мой вес составлял уже не 70 килограмм, а 90-92 килограмма. И я почему-то решил, что я готов для чемпионата Москвы по бодибилдингу. И в октябре месяце, по-моему, в начале 1 октября мы поехали с отцом в мэрию, где проводился этот чемпионат. Значит, но, к сожалению, я не прошел тогда отбор, квалификационный отбор. В Балашихе впервые проводился чемпионат по бодибилдингу в абсолютной категории. И я решил, что я должен участвовать на этом чемпионате. И я его выиграл. Значит, после, когда я выиграл чемпионат, я был безумно счастлив и начал готовиться дальше. В планах не ставил какие-то, не было каких-то безумных идей и безумных планов. Просто тренировался, просто готовился. И после этого выступал еще очень много на протяжении, скажем, 10 лет. Выступал и по силовому экстриму, и по пауэрлифтингу. Везде, в принципе, были достаточно неплохие результаты. Последние мои соревнования были по бодибилдингу были в 2012 году весной. Это был чемпионат Москвы. Перед ним был за неделю чемпионат Московской области. На чемпионате Москвы я показал достойную форму. Надеюсь, в этом сезоне весной я покажу, в 2013 году покажу еще лучшую форму. Я готовлюсь к турниру. Сейчас все силы положены только на подготовку. Не остается времени долго чем-то другом. Тренируюсь два раза в день. Первая тренировка утром, вторая тренировка вечером. Питание однообразное. То есть мало что меняется изо дня в день. Будем смотреть по первому турниру. Дальше будет видно. Надеюсь, к Москве и к России сделать достаточно хорошую форму и бороться на уровне. Если в питании смотреть, то количество углеводов
принципе, сейчас на данный момент не превышает от 60 до максимум 100 грамм углеводов. Остальную часть все составляет белок. Очень многие турниры проходят в одно и то же время. Поэтому на все турниры попасть не удастся. Как я провожу свободное время? Смотрю фильмы, мотивируюсь, отдыхаю, гуляю, работаю, в первую очередь над собой. Общаюсь с знакомыми, друзьями. Что меня мотивирует? В первую очередь мотивацию нахожу в самом себе, наверное. Если бы, наверное, не было такой силы воли, наверное, бы я бы на первой неделе отказался от подготовки к соревнованиям. Плюс очень мотивируют близкие, особенно моя жена, которую я безумно люблю. Хотелось бы думать, что она также будет мне помогать на протяжении всего сезона. Без нее я, наверное, бы не смог выйти на этот уровень. Она очень мне помогла. И помогает до сих пор, и будет помогать, надеюсь. Также помогают родственники, родители. Что могу сказать? До начала сезона осталось немного времени. Хочется охватить все старты, которые планирую. Хочется везде попасть, хочется сделать хорошую форму. Ну, соперники в этом сезоне будут достаточно именитые. Но смотреть на других, наверное, нет смысла. Надо просто делать свое дело.
Live your life, the time is now.
Так как сюда под 5. Нет, облака на 5, а так.